Сегодня исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов проведет рабочую встречу с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым. Встреча пройдет в рамках совещания глав туристских администраций России, Китая и Монголии, которые прибыли в Улан-Удэ. По итогам совещания будет подписан протокол о взаимодействии туристических ведомств трех стран. После представители стран-партнеров посетят особую экономическую зону «Байкальская гавань». Планируется презентация туристского потенциала 10 муниципальных образований, презентация инвестиционных проектов ООО «Интерра», инвестиционных проектов Фонда регионального развития. Также у нас на Байкальской гавани пройдет церемония открытия памятного камня в честь проведения второго совещания руководителей туристских администраций России, Китая, Монголии в Республике Бурятия, посадка деревьев на территории особой экономической зоны. Помимо этого, участники трехсторонней встречи посетят Ацагат и село Десятниково, входящее в топ 10 самых красивых деревень России. Отметим, что монгольская делегация прибудет в столицу республики сегодня первым рейсом авиакомпании «Хунну Эйр». Именно этот авиаперевозчик с 25 июня будет осуществлять регулярные рейсы из Улан-Батора в Улан-Удэ дважды в неделю.